Во время финальную встречу весовой категории до 74 килограммов судят бригада судей в составе руководитель ковра, олимпийский арбитр Норовар Арустамян, Россия. Арбитр на ковре Тофик Пашаев, Россия. Боковой судья Николай Новушев, Россия. Красного трикона центрального КПЕ, заслуженный мастер спорта Роман Власов, чемпион России, Европы, мира, Олимпийских игр. И вот что интересно, он три раза выиграл международный турнир Александр Карелин. Ни один борец у нас по юношам такого не мог сделать. В настоящее время Роман Власов военнослужащий спецподразделения Ермак в городе Новосибирске. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Виктора Михайловича Кузнецова. Его соперник, борец в синем трико, Александр Чичкин, мастер спорта международного класса, чемпион России, призер нескольких чемпионатов России, призер международного турнира Иван Поддубный, под руководством заслуженного тренера России Романа Полтунова. Город Ростов. Первый период встречи на ковре выиграл борец синим трико Александр Чехилкин, город Ростов-на-Дону, мастер спорта международного класса. Стоп!
в руку, в руку, двумя руками в руку. И подсаживаемся. Аплодисменты победителю!